У Петра Порошенко сегодня была возможность отреагировать на шокирующий доклад ООН. Однако на пресс-конференции, посвященной второй годовщине вступления в должность, о нарушениях прав человека в стране президент не говорил. Он рассказал журналистам о неких достижениях власти в экономике, а также о предстоящем приезде в Киев эмиссаров из Вашингтона, которые будут контролировать украинскую генпрокуратуру. Это одно из условий предоставления американского кредита. Способность киевской власти самостоятельно справиться с коррупцией за океаном не верят. Все подробности в репортаже Натальи Юрьевой. В самом начале пресс-конференции Порошенко цинично поздравил присутствующих с будущим днем журналиста. Он отмечается в этой стране 6 июня и заявил, что свобода слова – приоритет европейской Украины. При этом на саму пресс-конференцию пустили не всех представителей СМИ. Российским журналистам в аккредитации было отказано. Неудобный вопрос прозвучал от европейских коллег. Репортер BBC спросил о скандальном сайте «Миротворец». В начале мая этот интернет-ресурс опубликовал персональные данные – имена, адреса и телефоны тысячи журналистов, как российских, так и европейских, американских, работники СМИ. Исполняли профессиональный долг на территории Донбасса, а создатели сайта обвинили их в сотрудничестве с властями ЛНР и ДНР. Несмотря на критику мирового сообщества, интернет-ресурс до сих пор работает. Представитель ОБСЕ по свободе слова Дунья Миятович назвала «Миротворец» возможной угрозой безопасности журналистов и призвала привлечь к ответственности виновных в утечке и публикации личной информации. Я бы хотел спросить, готовы ли вы сегодня публично осудить публикацию персональных данных 4000 иностранных журналистов на сайте «Миротворец»? Вы абсолютно правы. Я публично осуждаю публикации более чем 4000 имен журналистов на сайте «Миротворец». Публикации на независимом интернет-сайте, и у нас есть очень ограниченные инструменты реагирования, взаимодействия с теми, кто относится к этой публикации. Но как президент Украины, и я уверен, что это позиция украинского правительства, мы думаем, что это была очень большая ошибка. Произнося эти слова, Порошенко как минимум лукавит. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, чиновник, отвечающий как раз за безопасность в стране, публично поддерживает деятельность сайта, а его зам – один из создателей этого интернет-ресурса. Другой вопрос из зала о местных выборах на Донбассе. Порошенко в очередной раз подтвердил выполнение минских договоренностей. Он трактует по-своему. Мнение Донбасса официальный Киев даже не собирается спрашивать. Чи можуть бути вибори? На оккупированных территориях. Могут ли быть выборы на оккупированных территориях Донбасса? Могут. Могут ли быть сейчас? Могут, если эти выборы проведет сам оккупант. Ни мы, ни мир эти выборы не признаем. Мы подчеркиваем, что логика выполнения Минских соглашений предусматривает, что сначала должен быть выполнен компонент безопасности, и лишь потом вступает в силу политический компонент. Что напрямую противоречит Минским договоренностям, ведь там нет ни слова о том, что политическое урегулирование конфликта должно начаться только после обеспечения безопасности в регионе. Наоборот, процесс должен идти параллельно. О том, что Киев намеренно срывает Минские договоренности, заявили сегодня главы Луганской и Донецкой республик. В совместном заявлении сообщается, украинские власти пытаются в одностороннем порядке внести изменения в Конституцию страны и закон о выборах. Хотя в Минских договоренностях четко указано, эти изменения должны быть согласованы с Донецком и Луганском. Но администрация Порошенко попросту игнорирует все предложения Донбасса. Мы также знаем, и об этом заявляют в миссии ОБСЕ наблюдатели, что с украинской стороны очень часто происходят провокации и обстрелы территории ДНР и ЛНР. И после этого говорить о том, что этот компонент является приоритетным, как минимум нечестно со стороны украинского президента. На пресс-конференции Порошенко проанонсировал и грядущий приезд в страну экспертов из США в конце июня-июля. В соответствии с условиями кредитных гарантий они проинспектируют Генеральную прокуратуру Украины на предмет коррупции. Украина, к сожалению, в настоящий момент является страной с ограниченным суверенитетом и страной, которая фактически находится под внешним экономическим управлением. И не только экономическим. Поэтому, конечно, апелляция к тому, что давайте позовем каких-то варягов, советников зарубежных стран, она будет периодически появляться, да, но другое дело, что лучше не становится. С особой гордостью президент Украины отвечал на вопросы об экономике, при том, что в апреле, по данным Государственной службы статистики Украины, уровень инфляции составил 103,5%, а цены, по некоторым подсчетам, за год удвоились, энергетическая система трещит по швам, он усмотрел признаки финансовой стабилизации. Не сдержал эмоций украинский лидер, когда прозвучал вопрос об олигархах во власти. Президент-миллиардер перебил журналистку и придрался к ее дикции. Означает ли это, что у нас деолигархизация сейчас приостановлена или остановлена? А если нет, то кого и как вы будете деолигархизировать далее? Спасибо, что мы хотя бы научились уже выговаривать слово деолигархизация. Не захотел Порошенко дослушать вопрос и о его родственниках во власти.
Во времена Ющенко это называли «милые друзья». Во времена Януковича – «семья». Поясните, пожалуйста, чем это отличается от... А чем вы отличаетесь? Эксперты отмечают, по сравнению с предыдущими пресс-конференциями украинского президента, на этой звучали в основном критические вопросы, что напрямую отражает настроение в обществе. Рейтинг Порошенко бьет антирекорды. Об этом свидетельствуют данные ТНС онлайн-трек. 69% опрошенных украинцев недовольны работой президента. Наталья Юрьева, Наталья Голуб, Светлана Ведяшкина и Олег Смальков. Первый канал.